Налево на регулируемом. Где лево? Перестраивайся. Где лево? Реально. Так, зеленый. И у них зеленый. Значит, нам надо будет отрезать. А куда подъехать? Все, они остановились, поехали. Мы завершаем маневр. С центра в крайний левый ряд. Газеты «Звезда». Давай мы с тобой выполним разворот в первом разрешенном месте. Смотри, вот здесь перекресток, но ты здесь не впишешься. Здесь две полосы, слева бордюр. Полосы узкие. Поэтому проезжай дальше. Да. А вот на этом перекрестке уже слева перекресток, то есть кармашек, по которому ты будешь разворачиваться. Только обозначь, что мы будем делать. А в первой, да, дырочке? Да, в первой. Это ближайшая. Все, можно ехать. Быстренько крутим руль. И не держи долго сцепление, отпускай его. А может на вторую посмотреть? На регулируемом перекрестке повернем налево. Осматривай в зеркало заранее. И когда много машин, не трогай газ вообще. Включай поворотик. Влазь. Еще раз. Быстренько работаем, чтобы этот черный сзади не впрыгнул. Вот. Налево едем, правильно? Поехали налево, да. Угу. Как-то вот веселее уже тут. Получается, у них зеленый, а у нас еще красный. Ну да. Ага. Потом у нас зеленый, у них зеленый еще будет немножко. А, еще будет немножко зеленый. Марина? Куда мне прыгать? Я же тебе сказал, зеленый у них. Да, я вижу. Ну. Ну, а вот в эту нужно было уже ехать. Все наоборот у тебя. Трогайся. Завершаем маневр. Аккуратненько. Не спеши. Не спеши. Поехали. Добавляй немножко газ. Ну, помогай. Чуть-чуть. Но. Видишь, зависло, поехали машины на нас. Потеряли меня немножко. Смотри, когда ты заглохнешь, когда за кем-то трогаешься, это просто остановка двигателя. Когда ты заглохла на перекрестке и на тебя уже поехал поток других машин, то это уже аварийка. Yes. Понимаешь? Выполним разворот в первом разрешенном месте. А здесь нельзя. Почему? Не троллейбус же, нет? Ну вообще. Ну, а вообще можно? Вообще троллейбус уже уехал. Смотри. Перед троллейбусом стоял автобус на остановке. Вот я увидел, что автобус уже начал трогаться. Нет. Соответственно, автобус уедет, этот троллейбус, который перекрыл, станет на остановку. Угу. Все, значит, можно было подождать просто. Ты бы пока заехал в этот карманчик, они бы тебе освободили место. На часах.
Ну давай так, задание у нас осталось и надо развернуться. Надо развернуться, да. Крутись как хочешь, но надо развернуться. Так, почему здесь не развернулась? Вот эта стрелочка навстречу. Вообще. Как это не увидела? Включай поворот. Вообще ничего не увидела. Все видно. Вот перекресток, ну, слева. Стоп. Ну, блин. Первую. Стоп, машина, все правильно. Крутируй. Так, я вообще ничего не увидела. Ну как слева перекресток? Вижу. Ну выезды, смотри. Вижу. Вот смотри, справа выезд. Ну. Угу. Вот это все надо видеть. Вот тут надо конкретно поездить. Трогайся. Да я ты мне наговорила, так тебя тут надо везде возить еще раз, получается. Не, ну надо. Выезд тебе надо, этот тебе надо, возле судов надо. Все мне надо. Тот перекресток с светофором. Я очень хозяйственная, мне все надо. Все мое, да? Да, все, кстати. Все мне, все мое. Кстати, да. Вот такая у меня. То же самое, вот смотри, видишь перекресток слева? Вот этот маленький. А вот разрывчик. А я вот и не увидела. Но вот все видно. Просто нужно смотреть. Ты сама для себя вот едешь, да, и смотри, скажешь, буду находить себе перекрестки. И вот смотри их. На регулируемом перекрестке повернем налево. Марин, проезжаем немножко. Ты ищи, но немножко веселее. На перекрестке регулируем? Да, налево повернем. Это же не он. Нет, конечно. Нам же налево. Моя любимая. Вот, перекресток регулируем. Поехали, будем разбираться. А он можно, значит, надо перестать. Не рано. Рано. Теперь не рано. Да, на перекрестках не показывай поворот. Так, давай, рассказывай мне. Вот этот светофор, это регулируемые. Вот этот пешеходный первый. Пешеходный переход, а второй уже перекресток. Второй перекресток. Там мы будем ждать какую секцию? Дополнительно. Ну, можно же тут включать поворот? Можно. Мы же покажем заранее, до перекрестка. Угу. Все, тогда вообще. Первую. Тогда вообще делаю. Без проблем нам, Марина. Пойдем сейчас сдаваться. Пока получается. Может, у тебя вдохновение сегодня? Не, мне просто каждым разом лучше и лучше. Я просто молодец. Так, разгоняйся вторую. Ты знаешь, когда стрелка горит с основным, встречка не поедет. Теперь знаю. Так, опа. Угу. Все правильно. Любители тут на встречку приехать. Ну да потому что тут очень такой интересный. Да. У меня девочка стала на встречку и говорит мне. Уперлась вот в машину встречную и говорит, что вы сидите? Идите его прогоните, говорит, с моей дороги. Так можно. Есть такая функция. Да. Инструктор универсал. Выполним разворот в первом разрешенном месте. Останавливайся, Марин, да. Как мы с тобой на первом занятии договаривались. Пешеходов смотрим по тротуарам. И глазей. Лево, право, пока найдет. Я уже больше замечаю пешеходов, чем в прошлый раз. Да, только поворотики себе ты еще включила на разворот. А могли не разворот? Было вообще задание, да? Да. Я не слышала. Так, здесь тоже в бордюр врежешься. Да, тут узкий полос. Да. Находи, чтобы слева был перекресток. Все, я поняла. Почему я не слышала задание? Мы заговорились про сразу девочку. Про бабушку. А вот тут вот. Девочку, да. Мы на второй, кстати, катимся. Нам надо будет остановиться, подъехать да, чуть-чуть. Остановлюсь правильно. Плечо на центр. Вот, да. Поглядываю встречку и лево. Успеем. Все, не успеем. Очень страшно. Не хочу. О, мы за ним поедем. Угу.
них права есть, пускай найдут себе другое место для разворота. Вот именно. Это нам нельзя отклоняться от маршрута. А он может и на следующем развернуться. Так. Доносятся, Марина. Ну, каждому свое время. Да, ты, да, и время придет. Ты езди аккуратненько, и все будет хорошо. На регулируемом перекрестке повернем налево. Надо вот этот проехать, чтобы да. Перекресток включить, быстренько перестроиться. Он сам выключился, ничего страшного. А на регулируемом перекрестке, это значит не у нас. Тут у нас. Без газа, без газа. Такая штука. Налево повернем на другую улицу. О, как мы с тобой учили, да? Налево, на другую улицу. Разворот, поедем обратно. Так, это надо проехать вот этот разрыв, а потом только включить. Конечно, поворот, это перекресток, что... а не разрыв. Ну, да. А на перекрестках нельзя. Чтобы не ввести в заблуждение, правильно я делаю? Угу. Это у нас перекресток. У нас зеленый, мы успеем. Вопрос на таком. В смысле у нас зеленый? Ой, у нас же дополнительная секция. Марина. Ну что ты меня расстраиваешь? Не расстраивайтесь, я же потом увидела. Стоим. О, поехали. О. Считаем полоски. 1, 2, 3 или это остановка? Это остановка. Значит, можно ехать. Можно ехать. И нету смысла прыгать. Там припаркованы машины в той полосе. Поехали прямо. Иногда просто, когда считаешь полосы, можно остановку перепутать. Да. А, тут такая узенькая улица, когда узенькая, видишь, здесь развороты с заездом вот в эти кармашки. Все. Да. А что это за улица? Это Голубево. Да. Вот эти кармашки увидеть бы, потому что я их пока не вижу. Марин, видны. И стрелочки на них жирные нарисованы налево. И принцип один и тот же. Переезжаешь в прерывистую, подъезжаешь к сплошной. Они все идентичны. Если его выучить, поделать пару раз, то ты в любом месте это сделаешь. Правильно ключевое слово поделать пару раз. Потому что я пока что-то вот как будто их не вижу. Смотри на желтый. Да, классно. Такие прикольно, да, сразу так настроение. Да. Побольше вот таких поднимает. Было бы. Мне еще нравится, когда светофор горит вместе с... С секундами? Нет, с вот этим столбом. У нас на Партизанском такой есть. С каким столбом? Ну вот на нем... Тоже висят фонарики, и там видно, если издалека. Если столб зеленый, значит и светофор зеленый. Если да. Красный, значит красный. На Партизанском проспекте. Ну-ка сфоткаешь мне, скинешь, я посмотрю. Ну, как-нибудь, да. Куда-нибудь. Буду на машине ехать, то скину. Да. Куда мы прямо. Марин, мы едем прямо. Смотрись в разметочку. Вижу, что она выводит нас со второй в третью. Крайне левый уходит налево, поэтому бояться нечего. Так, теперь убери газ, три полосы, да, мы едем прямо. Ну, тогда притормаживай. Пропустить. Не перестроишься, тебя унесет куда? Туда. Налево. Просто не поняла, что найти там же даже, наверное. Не надо волноваться. Все будет в порядке. А как не волноваться? Все волнуются ж. Так, Марин, убери газ. Включи правый поворотик. Едем, а едем. Что ему красный. Подход... А, ё-моё, такой убери газ, убери. Мы туда, наверное, никуда не влезем. Ой, там такой ажиотаж. Да, поэтому... Давай-ка мы с тобой... Здесь вот стоп. О! Нейтралка. Нейтралка. Вот нейтралка. Ручник.
Марин, значит, не путай мне лево-право задание и находи ближайшие разрешенные места. Находи их сама, старайся. Ничего сложного, просто смотри перекрестки. Смотри выезды со дворов перекрестки и смотри разрыв, прерывистую. Нашла, все, и разворачиваешься. Поняла? Так, пока. Тьфу-тьфу-тьфу, сегодня ты вот мне начинаешь нравиться. А завтра вытащил.